Что-то забыл, вот прям это самое. Ты забыл дебафнуть человеческий немца, блядь. Да ладно. Мое дитятко, я буду его воспитывать. Да ладно. Ты увидел, как Никита, когда первый раз дошел за немцев, как его там Коля поймал этими самыми бренчиками, его танки все. И он стреляет по бренчику, а Брену урон не наносит. Он говорит, что за хрень? А он улучшенный ремонт еще прокачал и сделал Брены с улучшенным ремонтом. Так, куда мы идем? Ты встаешь на стандартную амуницию. Я в этом смысле... Ребят, давайте, доброй ночи. Давай. Слушай, а может быть, рашнем сюда? Подожди же. Да нахер надо, вставай сюда, от оборонки отыграем по-человечески. Ну ладно, ладно, отыграю. Ну вообще, вообще бриты же сильные. Я бы мог вот эту точку захватить, на ней встать вот здесь вот с краю. Слушай, это ты сейчас специально. Хорошо, да, хорошо, все. Молчу. Давай, давай, командуй, давай, давай. Твой план. Я просто, чтобы если мы проиграем, я буду говорить твой план. VP брать? Да, бери пулик туда ставь, закрывайся и все. Я хочу все-таки вот эти ресурсы пока захватить. Он здесь. Не успею. Он убежал, смотри. Подходи сюда, давай эту точку заберем. Меня просто прикрой. Я заберу, смотри, и у них топливо сразу отрежется. Меня главное прикрыть надо. Сейчас он пулик, видишь? Сейчас он его развернет и на этом он погорит. Да, но мне надо успеть снять. Он на меня развернул. Я ухожу. Все, я ухожу. И какое-то время у них опять топливо, видишь, свинтилось. И здесь я сейчас захвачу топливо, все. Я туда офицера отправлю, а я пойду на вот это топливо. Если ты сейчас вот это топливо рожнешь, у них не будет топлива вообще. Так, я на топливе у них. О, они укрепили его. В долгую будут играть. Ну тогда рашну. Че, рашну VP. Рашну VP. Они тем более его тоже рашат. Они рашат наши VP. А мы их вопнем. Сможешь? Где? Yeah. Там два пулемета. Ой, два пулемета и самолет. Ты не сможешь. Ну, придется строить минометов целую гору. Строй, строй. Очень хотелось бы. Они из центра отошли. Будут пытаться вот свое вот это взять. У меня тут Коля. Ну, сейчас через... Так, а это что еще за создание тут пришло? Ой. У них офицер здесь и пулеметчик. Так, у них где-то самолет с медициной.
Ну, там, да, и вот он здесь, первый самолет, вот он. Они сейчас к офицеру убегут. Вот они, вот они. Подходи ближе к самолету. Да, блядь, ты сдохнешь, нет, когда-нибудь? А! Ну, наконец-то. Давай. Я отойду. Ой. Самолет надо было убить, но у меня, блин, нету этих самых. Ну, мы не убьем его. У меня и делаются инженеры, я заказал, но пока неизвестно когда. Смотри, как бы граната, вон она полетела в нас всех. У тебя лечилка есть? Нет, чё, не вкачаю. Только качаю. Я иду инженером. А, тут этот самый пулемет подвезли. Вот сюда. А, ты убегаешь, что ли? Да, блин. Меня, потому что это, я туда минометом сейчас долблю. Ну, давай. Блин, у меня лечилки нет. Ладно. Мне лечилка нужна. Идут к тебе. Миномет твой убивают. Женя, проснись. Да я уже им убегаю. Да, блядь, я же тебе сказал, бежать. Ну, пока ты его поддел, вот он на этом тебя и сделал. Да он же не убил его ничего. Где-то он вот здесь самолет выкинул. Черт, он, он разминировал там у меня все. Да ебаный ты стыд, блядь, что за херня, блядь? Че немецкий миномет долбит так по-другому как-то, блядь? Да ёпарасы ты, лейтенанта слил. Давай, вперед, ребята, вперед, забирайте пулемет немецкий. Да как миномет так долбит, блядь, объясните мне, а? Не знаю, Женя. Немецкий миномет очень хорошая вещь. Не настолько она хорошая вещь, блядь. Делай арту, у нас пока все отлично. Я захожу к ним к стылу. У меня не отлично, меня, блядь, под базу поддавили. Блядь, да ебаный ты стыд. Ну что за херня, блядь, Жень. Серега? Не знаю. Ну давай, давай. Ой, блядь, ну это пиздец какой-то, блядь.
все дохнут, все, блядь, поголовно, блядь. Че мне, и лейтенанту? Я тоже слил лейтенанта, не бойся. Играй, у нас пока все отлично. Я им сливаю, меня он мы. Под базу поддавили, Серега. Я вижу, но я их тоже поддавил. Посмотри, я все снял на этом стороне. У меня все, всех разобрали, блядь. У меня ничего не осталось. Я отошел, я все снял и все отошел. Вот у меня сейчас на базе ничего нет, вот вообще, блядь. Ты посмотри, сколько у нас топлива. И чё мне это, вот чё мне это топливо? У меня нет лички вообще, ноль. Не сливайся. Да убей ты, ну ты-то убей его! Тихо, 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 тихо. Знаешь, я думаю. Охереть, блядь, мне вайпнули сразу полотряда, блядь. 8 моделек вайпнули. Это как так-то? А ты не ставь их в одно место. В смысле не ставить в одно ну, место? Ну, они у тебя в одном месте. А как они у меня должны быть? В разных местах? Ну просто двигайся так, чтобы они не сконцентрировались в одно. Миномет попал в одно место. Жень, ну что ты, первый раз что ли? У тебя сколько отрядов? У меня, блядь, 3 отряда, все, у меня больше ничего нет, блядь. Я понял. У меня 3, 4, 5, 6. Ну. А это. Я не терял ни одного отряда целиком, именно из пехотных. А я терял. А я нет. Ну, я чит включил, но не теряние отрядов. Вот опять миномет. Ну что-нибудь сделай против этих минометов, а? Арта нужна. Подходи ближе. Ну вот опять, ну я же нажал миномету отступать, нет. Но он потому что подымается, время-то на подымание уходит всегда. Ай, вот у меня тоже минометы вот, все на атаку прокачал. Минометы я им отдал свой. Точнее, пулемет. Они пулемет забрали свой. Очень плохо, да, вот это плохо. Так, ну чё, командос или не командос? Делай хоть что-нибудь. Да делаю, делаю. Танчик что-то выехал. Есть. Ой, танчик выехал. Ну, блин. Давай. Делай что-нибудь пока. У меня пока нет ПТ ничего. У меня ничего нет. Будет сейчас Матильда. Подожди, только надо подождать. Блять, ну вы выстрелите. Не... Он меня до базы гонит. Он хорошо, базы хорошо, гонит. Сиди там. Умри там, но подожди. Матильду подождем, я уйду в танковую доктрину. Две, два, два. У меня сейчас будет, мать, подожди, 86. Ушел в инженерку, быстрый танк сделается, но надо подождать 110 топлива. Он тебя не будет сильно рашить, он сейчас отойдет. Ко мне отойдет. Да
все отнял на той стороне, видишь, я свое сделал. Ты там просрался, а я тут. И все, пулемет я у них забрал, видишь. У меня есть один инженер. Сейчас сделаю еще одного инженера и Матильду. Все у нас будет. Вот бойся только бомбежки, бомбежки бойся. Вот он ко мне, я он, меня бомбит, не тебя. Так, отменим пока. Так, здесь я выжил. Сейчас Матильду я закажу. Я просто переставил на... Вот, все, Матильда пошла. Ушел в инженерку, у нас будет секторная. Ну давай. Еду к тебе. Еду. Ну ё-блядь, да как так-то, подхожу к тебе, извините, на два фронта просто играю. Ой, не могу. Не успеваю. Ладно, отойду. Давай, выживай. Доедь до их этого. Если там мины или ПТ-паг, я не хочу Матильду потерять. Это единственное у нас противотанковое оружие. У тебя ни Бафорса, ни чуваков с ПТ-ружьями. Я Бафорс сейчас буду строить. ПТ-ружье тоже сделаю. У меня три ПТ-ружья. Мне главное, чтоб минометы, блядь. Все, можешь выходить оттуда. Не, уж постреляю. Я постреляю. Я постреляю. Вон, пак, вот и теперь увожу. Я останусь здесь. Она вот, чтоб танчик. Все, пака минус. Ну вот, вот, я остаюсь тогда здесь. А, не, беги, все, беги, вот. Беги, беги, бомбежка, беги, бомбежка. А-а-а, не успеваю, вот и. Матильда закружилась на дороге. Меня! Это не я, Женя, это... Тебя поймали на ретрите, беги! Тебя поймали на ретрите. Взял моих, задавил их. Так, улучшенный ремонт прокачаю. Пошли, у нас очков больше. Нам надо... Мне нужно, чтобы ты арту сделал. Я могу еще одну арту сделать. Давай, давай, пора уже, пора.
сюда арта пошла. Давай. У меня будет скорость секторная. Мне надо свои тылы прикрыть. Они у нас забирают тылы. И мне их надо прикрыть. Так что подожди, пока все. Жень, давай немножко поактивнее там. У меня, я хочу, чтобы я вот здесь вот действовал и вот здесь вот. Если ты будешь... Тебя хоть ты там провалился, но я зато всю их часть захватил. Это сыграло роль, большой плюс для нас. А теперь видишь, у нас получается, забирают все. И это плохо. Да блин, ты пробьешь, нет, когда-нибудь? Я еду к тебе. Там пак у них опять. Блин, я не успеваю, Жень, так. Потому что если я поеду Матильды, там против пака у меня ничего нет. Надо, я отойду подальше Матильды. Жень, займись, пожалуйста, чтобы я туда к тебе не ездил. Вот сделай так, чтобы ты сам мог противостоять. Вон он, пак идет. Убей вот этот сраный пак. Идет. Все, пошло. Не буду сейчас. Понимаешь, ко мне вот в тыл поехали. Блин, ну Жень, меня вот тут убивают. Женя, ну как же ты так вот? Ну что ж такое? Ну вот меня сейчас машину собьют, машину мою. Секторка есть. Да. Матильду от тебя забираю. Кис. Сука, все-таки сбил. Ну, Женя, ну как же так? Ну как же так? Да потому что, я тебе сколько раз говорил, твои немцы, блядь, это прокачанные. Да ладно, прокачанные. Может, хватит их уже качать, как да можно? Да никто не прокачивает, Женя, успокойся. Блядь, свой нахуй, блядь, в пизду, блядь, все. Я центр беру. Блять, а чё центр брать? У меня остался два отряда, блядь. Два отряда у меня осталось, блядь. Центр бомбят, осторожно. Да, я ушел оттуда. Ой. Ой.
Сейчас я надо убегать, меня будут бомбить. Он меня на ретрите ловит. Ну ёбаный ты стыд, это как так-то, блядь? Что за странные какие-то твои... Жень, ну заканчивай, заканчивай, все там нормально. Я на центр, VP брать. Мне нужна в центре помощь. Я не вижу цель для арты. Хорошо. Куда могу огненным долбануть куда-нибудь? Не знаю, делай что-нибудь просто. Закрепись дальше хотя бы просто. Я снял точку, все, я закрепился. Мои все ресурсы на месте. Я буду выходить во вторую матилью постепенно. И чтобы играть... И буду закрепляться вот здесь и вот здесь. И давить их вот здесь. Ты мне только помогай артой и поддавливай их и здесь. Все. Кстати, для того, чтобы вот эти точки отрезать, дави только на эту точку и все. Вот эти чуваки с патогранатами идут. Срочно вернись к базе. И отмени постройку. У меня там нет никакой постройки. Но у тебя там постройка идет. Они никого не собираются бомбить. Ох, как он меня покосил. Восьмой воздушный вышел. Ладно, ладно. Ну ладно, он потратил на меня эту бомбежку. Что-то едет ко мне. Ну, бафорчик ты сделай себе уже в конце концов. Да я только капитана сделал. Сейчас. Секторка есть. Захвати территорию, будем держать секторкой.
Ковровая. Меня. Нет, может, а может тебя, а может и меня. Потому что я тоже сижу на одной точке. Меня. Да, да, тебя, твою арту. Точку заминировал, взял. Блин, Матильда под огнем. Так, ждем Матильду. Еще одну. Секторка есть, но я на VIP буду ее оставлять, хорошо? Угу. Все. Надо вот эту снимать, главное. Я бы ее заминировал. Убей миномет, пожалуйста, чем-нибудь. Сейчас меня убьет. Точку снимаю и ухожу. О, все, меня тут рашит с фланга. Все, меня на фланге рашит, я. Ага, взорвали, понятно, ладно. Так, ладно. Ладно, Матильду надо... Точку взял. Черт. Ага, понятно. Он ушел в этот. А, ну да, то есть мы же видели это самое. Бомбят тебя. Да, пусть бомбят. Они там никого нет. Это что такое было? А, это секторка на самолет сработала. Все, делаю вторую Матильду. Наши друзья подошли.
квипи. Ой, 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 из центра я ухожу. Так, сколько мы этот стоит, Бафорс 50? 45. Так, меня немножко отогнали. Но я, у меня две Матильды. Я закрепился слева, сейчас начну это. Мне главное, чтобы VP не сняли. И не забывай, скоро Коврова опять у них будет. Мне бензина мало в этом году. А, что я куплю-то? Пак, вот здесь вот, есть РТ? Нет, у меня здесь РТ, у меня есть Матильда. У меня Матильды две. Мне нужен, мне нужен... Ну, у меня сейчас приехала эта... У тебя есть улучшенный ремонт? Я тебе могу починить. Нет, нет. Хорошо. Вот, все. У меня... Сейчас арта будет. Да что ты говоришь, блядь, есть... Угу. Я могу одну Матильду тоже на центр перетащить. Хорошо, перетаскивай. Я пока буду своим заниматься. Мне тут достал немножко. Он меня тут немножко подрашивает здесь. Сейчас, секунду. Это чуваки с ПТ-гранатами, запомни. Тебя бомбят. Да, но там его затормозили, он потому и... Всё. Это говорил. Доброй ночи. Давай, Коль, спасибо. Да. Игорь, это Игорь был, не Коля. А ты говорил, все, о, как, так, так. Люди, он проиграли. А ты говоришь. Чисто случайно выиграли. Да ладно, чисто случайно. Это бот, бот тебя бомбит. Сейчас ты увидишь просто мои потери. Я сейчас свои потери увижу, и офигеть. Вот сюда есть что-нибудь? Пехота есть туда. Отлично. Я неудобно построил пушку, она не стреляет. Пошла стрелять.
Блин, а где у меня офицер-то? Коля, да, хоть кого-то хотел убить. Да он там моего там. Все, в принципе, можем на базу ехать. А что, он не вышел, что ли? Вот теперь вышел. О, ты набил больше меня. А еще все кричал. Блин, больше всех набил. Нет, ну они немцы набили больше всех, но. Видишь, я зато как их по территориям сделал, и мы победили.